по другим данным, уже 9 было. Но... Ну, марка... Да, наверное, марке можно верить. Сегодня значит... на желтых карточках висят Бак, Фурнальс и Тригериус. У Барса все чисто. Месси успеет налево сыграть. Успевает. Динь. Обратно Месси оставляет мяч. Назад. И обратно на Месси. Гол! 3-0 на 45-й минуте. И опять, по-моему, Иньеста чудесную совершенно волшебную передачу отдал на Месси. Да, идет партнера и капитана благодарить аргентинец. Очередной гол Лео Месси в чемпионате. И вот его многочисленные болельщики самых разных национальностей в полном восторге. Ну и Иньеста, конечно, опять набросил. Лебединая песня Андреса Иньеста. Да, чтоб все такую лебединую исполняли. Посмотрите, вот Месси. И опять Иньеста совершенно один и в касание. И тут чем хочешь замыкай, как угодно. Хоть скорпионом там пытайся. Времени в вагон было у Месси. Ну опять ключевой момент, что Иньеста один. Вообще никого рядом с ним. Иньеста со своим компьютером в голове. Тут отдельный коридор для Иньеста, да, прощальный, видимо, у футболистов Вильяреала. 3-0 в пользу Барселоны. И свисток на перерыв. Да, огромное преимущество чемпиона в первом тайме. Довольны болельщики. Ну и Барса куражится, играет красиво, завершает красиво.